Несмотря на всю серьезность мероприятия, атмосфера в зале была практически домашней. За чашкой ароматного чая здесь встретились люди, которые на протяжении многих лет поддерживают работу Комитета солдатских матерей. Это глава Десногорска Андрей Шубин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, заместитель начальника управления информации и общественных связей Смоленской атомной станции Михаил Хоботов. Благодарственные письма им вручила Валентина Рожкова, председатель Комитета солдатских матерей. Эта женщина на протяжении многих лет занимается патриотической деятельностью в детских садах и школах, уделяет большое внимание ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Она поддерживает ребят, которые несут срочную службу на Смоленщине. Мы стараемся привлекать все те направления, которые дают наибольшее, наилучшее, правильное воспитание нашим детям. Поэтому мы сотрудничаем и с частями, и с морским направлением, и с кораблями, и с городами, со всеми организациями, Смоленская АЭС. Добрая и отзывчивая женщина Валентина Михайловна также была удостоена благодарственного письма, которое ей вручила депутат Государственной Думы Ольга Окунева. Все гости, ради которых и был организован праздник «Служение Отечеству – долг каждого», громкими аплодисментами встречали каждое награждение. Ведь среди них были ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, служащие вооруженных сил и люди активной гражданской позиции. На празднике было спето много душевных песен и прочитано немало добрых стихов. Большинство из них исполнила Валентина Михайловна лично. «Нет благодарности предела, и слов душевнее не найти. Ведь столько людям вами сделано на трудовом большом пути». Улыбки, цветы, благодарственные письма и крепкие рукопожатия. В этот день собрались близкие по духу люди, которым не безразлично будущее своей страны. Я, как офицер, не мог пропустить это мероприятие, как и мои военнослужащие, которые присутствуют здесь. Совместное фото на память участников и организаторов патриотического праздника завершило эту теплую встречу поколений. Виолетта Ефименко, Александр Иванов, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.